Сегодня в Ноябрьске полностью отключили отопление, а значит, отопительный сезон в городе завершен. Распоряжение об этом в администрации города было подписано в пятницу, и в тот же день «Энергогаз Ноябрьск» прекратил подачу тепла в промышленную зону. Далее был отключен жилой фонд, и в последнюю очередь тепло перестали подавать в школы и детские сады. Напомню, плановое отключение горячей воды город ждет в августе с 5 по 19. В это время «Энергогаз Ноябрьск» проведет основные ремонтные работы на системах газа и электроснабжения, котельных и системе водоснабжения. На этот же период запланированы и гидравлические испытания. А до этого времени в разных районах города возможны кратковременные и полные отключения ресурса. Без воды люди будут оставаться не больше, чем на один день. И это связано с промывкой внутриквартальных сетей, а также с установкой приборов учета на центральных тепловых пунктах.